Леонид Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Рад вас видеть. Да, еще раз напоминаю, что в гостях у нас Леонид Невзлин, который не нуждается в представлении. Напомню, что Леонид Невзлин был партнером Михаила Ходорковского, что он был одним из акционеров ЮКОСа, что он уже давным-давно, что в отличие от Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и многих других менеджеров ЮКОСа, он успел уехать, долго живет в Израиле, собственно, казалось бы, можно уже даже и не следить за российской политикой. Вот мне еще пишет Илья Новиков, которому я обещала позвонить, потому что мы тоже с ним хотели поговорить о том, что происходило в Буче, но, наверное, мы просто сделаем это с Ильей в другой раз. Я только скажу очень коротко, что вот сейчас российская Минобороны рассказывает про то, что все, что там написано, это что все эти фотографии — это фейки, и что, дескать, вот один из трупов шевельнулся. Так вот, труп, который шевельнулся, он на том видео, который снимал лично Илья Новиков, и это просто плохое, искаженное, сжатое видео. И есть видео у самого Новикова, в котором ничего похожего не происходит. Леонид, я не могу не начать с Бучи, потому что это сбивает все наши планы разговора. Вы вообще ожидали такого уровня жестокости от российских войск? Ну, с какого-то момента уже ожидал, потому что я, в общем, вооружен информацией уже достаточно давно по тем зверствам, что происходят в Украине. Вот, поэтому как бы... Нет, все равно это очень режет, это вот эти кадры, эта документация, она очень режет. Но до этого уже столько выплакано слез по детям, по тяжелораненым гражданским. Да. Вы знаете, что в Николаеве буквально, например, специально подождали, когда будет заполнено административное здание, и через 5 минут после начала работы туда попала ракета, огромное количество людей пострадало, есть там люди... Сейчас трудно об этом говорить, естественно, потому что там все кипит, но там есть, например, женщина, у которой там 37 лет, у нее оторвало ногу, вот, и это, ну, ужасное состояние, еще другие ранения. Она одна с 11-летним ребенком, ребенка передали куда-то там временно в детское учреждение, а она в больнице. Вот. Ну и сейчас я плавно перейду, почему я об этом говорю, о Николаеве. Я только что, вот когда вышел к вам, еще не был в эфире, разговаривал с Георгием Вадимовичем Логвинским, может быть, эта фамилия известна кому-нибудь, это только что вот закончил. Это народный депутат Украины, бывший, да, депутат Рады, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, заслуженный юрист Украины, правозащитник и так далее. Я нашел его, хотел задать ему вопросы, и сейчас нашел его не в Буче, а в Чернигове. Значит, в Чернигове свои Бучи. Там, значит, что он мне сейчас рассказал вот только что. Он там находится в рамках программы, которая проводится с правительством Израиля, с МИДом Израиля, вот, гуманитарной помощи в эвакуации населения. Вот, и руководит этой программой. Он мне только что рассказал, что 80% города уничтожено, физически уничтожено. То есть Чернигов тоже превращен, так сказать, не знаю, во что сказать, в Дрезден 45-го года. Вот, количество жертв неимоверное. Вот, я слышал прямо, как передавайте девочку, тяжелораненые, все, вот сейчас слышу. Вот, мосты понтонные, они... Извините, все разрушили, чтобы трудно было эвакуировать людей. Они, это рашисты, когда уходили, они разрушили все понтоны, все мосты, извините, не понтоны, все мосты, чтобы было невозможно людей эвакуировать на боевых машинах пехоты, на БМП, БТРах, вот, в любом состоянии, лишь бы эвакуировать, да. Вот, и что еще хотел сказать, вокруг села город все еще ограблено. Значит, забраны
все предметы, естественно, из квартир и домов, там, которые представляют собой какую-нибудь ценность, драгоценности, ковры, там, всякие предметы декоративного искусства, все своровано отходящей этой самой, как его, российской армии. Вот, они угнали всех свиней, коров, овец. Вот, они просто все очистили, вот, взорвали мосты и ушли. Естественно, там тоже есть, в связи с тем, что я сказал, 80% фонда уничтожено. Естественно, там огромное количество смертей и раненых. И есть отдельная совершенно программа, которую надо срочно решать. Это эвакуация тяжелораненых гражданских лиц в те страны, где им может быть оказана медицинская помощь, потому что, в общем, цифры ужасающие по тяжелораненым. Это тех, хотя бы тех людей, которых нельзя реабилитировать на Украине, в Украине, извините, хотя бы потому, что там происходят сейчас военные действия. Ну и вообще там нету такой медицины, как, например, в Израиле реабилитирующей, или там, например, в Германии и так далее. И количество людей в каждом, закрепленное, скажем так, за каждым регионом, оно исчисляется в десятках и более человек. То есть если посмотреть по всей, так сказать, территории, где, по которой проутюжились, значит, доблестные рашисты, то мы можем говорить о там, большом количестве, некотором количестве сотен людей, которых надо вот как бы транспортировать, многих индивидуально, и срочно класть в госпитале в странах, где есть медицина, ну, естественно, искать деньги там на оплату, договариваться с страховыми компаниями, это уже не так важно. Важно, что людей надо спасать, потому что, например, протез сейчас поставленный в Украине, да, на ногу женщины, и протез, поставленный в Израиле, это две разные жизни потом. Вы понимаете, да, что я имею в виду? Это совершенно просто принципиальный вопрос. Извините, да, что вернемся. Нет, я прекрасно понимаю, что сейчас как-то немножко не до кремлевских интриг, но тем не менее это все последствия кремлевских интриг, и немножко поговорим о них. Напоминаю, что у нас в гостях Леонид Невзлин. Напоминаю, что это Юлия Латынина и Латынина ТВ. Мне даже как-то неловко говорить. Подписывайтесь, шерьте, ставьте лайки, потому что это важно, чтобы это видео услышало и увидело как можно больше людей. И вот то, что происходит, Леонид Борисович, оно может быть как-то связано со здоровьем Путина? Вот сейчас много публикаций. Даже как-то странно это говорить, но вот только что проект опубликовал историю, но даже врачам без инсайда что-то трудно понять в том, что опубликовал проект. А вот у вас есть такой инсайт? Вот что происходит с Путиным и влияет ли его медицинское состояние на его решения, которые имеют такие последствия? Вот вы знаете, я каюсь, я не успел прочитать расследование проекта, только о расследовании проекта, выделил основные моменты и поговорил с израильскими врачами, которым я доверяю. Вот. И общее впечатление такое, профессиональное, что то, что раньше принималось нами за ботокс, это на самом деле действие стероидов. И длительное действие стероидов. И это многое объясняет. Ну, стероиды – это гормональные препараты, которые применяются совершенно в различных случаях, там, в онкологиях, при онкологиях, как добавочная химиотерапия или другой. Они применяются в аутоиммунных тяжелых заболеваниях и так далее. Вот. Судя по всему, по их мнению, Владимир Владимирович очень давно находится под воздействием стероидов. Я не знаю, почему. Они не знают, почему. Не могут объяснить, что в наше время используют такое большое количество стероидов, когда есть гораздо более эффективные способы лечения, но это может быть связано с природой его заболевания. Это может быть или онкология, и стероиды используются в том числе для того, чтобы потом не было рецидива. Вот. И это может быть несколько видов онкологии, включая то, который, как я понимаю, написали, щитовидные железы. Вот. Но это может быть и последствия других. Например, там рака простаты, который был какое-то количество лет пролечен или прооперирован и поддерживается курсами
стероидов в том числе поддерживается, так сказать, состояние такое, чтобы он не возвращался. И другие формы онкологии, включая онкологию, связанную с кровью, да, лимфомы и так далее. Вот. Поэтому если исходить из того, что это стероиды, а не ботокс, вот, а, кстати, есть еще признаки, да, там он как будто бы все время добавляет ботокс, да, если это ботокс, то есть он как будто бы не возвращается к своему нормальному состоянию, а как мы знаем, ботокс, он все-таки имеет конечный срок действия, вот, и астероиды как бы накапливаются и действуют перманентно, и мы видим, что его состояние ухудшается. Да, бывают перерывы, да, обязательно бывают перерывы, потому что они ужасно действуют на организм. Вот, они полностью изменяют гормональную картину, влияют на психику, вот, но тем не менее, даже с такими перерывами все-таки сильных изменений, вот эта вот лунообразность лица, рыхлость такая кожи, и вот все, что касается с походкой, его теперь более-менее становится понятно врачам. Они говорят, что за такой длительный срок применения стероидов, во-первых, должны были возникнуть различные осложнения физиологического типа, да, органического типа болезни, как не поддерживая в условиях современной медицины. Но что однозначно, вот при таком состоянии внешнем, если считать это стероидами, это то, что человек впадает в агрессию, что он безумно раздражителен, что он трудом сдерживает себя и что он действительно должен быть в бункере, потому что его иммунитет равен нулю. То есть любое заболевание вирусное или бактериальное, оно может привести к самым печальным последствиям достаточно быстро. Нельзя порезать руку, условно говоря, можно умереть от заражения крови и так далее и тому подобное. Поэтому бункерная жизнь становится при этой версии гораздо более объяснимой. Вот. Если удастся получить более точные данные, конечно, по состоянию здоровья, то можно будет сделать и как бы анализ и прогноз. Кстати, информация по раку простаты проскакивала в прессе, я ее нашел, но это было много лет назад, я думаю, 8 или сколько-то, и она показалась слухом, потому что дальше ничего не продолжалось. Вот. И совершенно понятно, что у него что-то происходит с позвоночником, судя по его, так сказать, походке. Вот. Но опять же, здесь стероиды могут оказывать именно действие лекарственное со всеми вытекающими последствиями. В этой связи, значит, человек становится... Очень трудно медикаментозно исправить гормональный статус, да, там, условно говоря, основное последствие для мужчины достаточно быстро – это импотенция, потому что производство тестостерона и других половых гормонов, оно давится. Это добавляет еще больше, так сказать, негатива в ощущение данного человека. И, кстати говоря, вообще применение стероидов длительное все равно приводит к депрессии, вот с раздражительностью, с тревожностью, иногда с паническими атаками и вот с такой агрессией, дикой злостью, когда хочется всех уничтожить, там вот сжимаются кулаки, вот, ну и так далее. Вот, наверное, все, что я могу сказать на базе той информации. Если я прочитаю подробнее и получу больше информации, а сейчас это, конечно, значительно легче стало получать информацию, то я, так сказать, смогу выступить, а лучше подбить выступить кого-нибудь, кто профессионал в этом вопросе. То есть, если очень коротко, правильно ли я понимаю, что вы считаете, что... То, что происходит сейчас, может объясняться физиологическими и медикаментозными причинами, а вот его пребывание в бункере и вот все эти безумно длинные столы – это не только боязнь табакерки, не только боязнь коронавируса, а может иметь действительно вполне определенную причину снижения иммунитета. Нулевой иммунитет фактически, да. Нулевой иммунитет. Неправильная работа костного мозга. Иногда, кстати, это приводит... Длительное применение стероидов приводит к миеломной болезни крови, это рак костного мозга, ужасная болезнь. У меня и на моих глазах дедушка умирал в конце 70-х от этой болезни, но тогда не было лекарств, а он лечился стероидами долго от астмы, астматического бронхита. Тогда был только преднизолон и большие дозы, и вот через некоторое время у него начался рак крови,
рак костного мозга, ну или рак крови, можно сказать, миомная болезнь, это ужасная штука, там кости ломаются сами, там. Ну, сейчас, наверное, легче, я вот смотрю, да, извините, да. Я просто думаю, что все-таки сейчас немножко другие даже стероиды. Вот профессор Соловей все предрекает Путину мрачное медицинское будущее. То есть вы тоже идете по стопам профессора Соловья? Ну, я, так сказать, не знаю, за что вы меня обижаете сейчас. Извините, Леонид Борисович. Да, я никогда ни по чьим стопам не ходил и не пойду. Да, это был некорректный вопрос, правда. Это действительно, я раскаиваюсь. Не, ну да, лучше. Нет, слушайте, я хочу, знаете, да. сказать, я относился всегда к предсказаниям профессора Соловья точно так, как они того и стоили, они никогда не сбывались. И поэтому я до сих пор и сейчас не хочу делать никаких предсказаний в этом смысле, хотя достаточно хорошо разбираюсь в медицине, вот, и как бы это доказуемо соответствующими бумагами и так сказать, опытом. Но я бы не стал вот на такой базе информации предсказывать что-то. Я хочу только сказать, что в свое время, не так давно, кстати, очень опытный израильский психолог сделал заключение, и оно было опубликовано в газете на сайте «Детали», который я издаю в Израиле, естественно, в сокращенном виде. И я это озвучивал уже где-то, я не помню, по-моему, на CNN, что на самом деле исходно он просто сайкопат, психопат. Психопатия – это такая неприятная штука, которая вроде бы и психиатрия, да, а вроде бы и не психиатрия. Психопатов очень много. Но он такой психопат, которому все пофигу, то есть у него нет совести, да, и который ничего не чувствует, у него нет эмпатии. Поэтому как бы для него это все люди – это мясо, что называется, и как бы цифры не имеют значения, дети – не дети, убили, посадили, отравили. Ему даже, как мне кажется, у него есть какое-то, это я сказал, это не они, что у него есть какое-то садистское такое удовольствие от наблюдения за страданиями жертв. Во всяком случае, я не буду говорить подробности, но у меня есть доказательства тому в нашем деле, да, в деле Юкоса. Вот, что ему нравится, и он получает удовольствие от того, чтобы посмотреть, как люди мучаются там в заключении и так далее. Поэтому сейчас его не трогают то, что происходит, и это сослужило огромную службу для всего мира и негативную для него, вот, когда он стал военным преступником номер один в мире, вот, одномоментно. Он просто ничего не чувствует, вот. И, конечно, психопаты всегда нацелены на то, чтобы вот какую-то свою мысль довести до конца, и как бы вот тогда они удовлетворяются. До этого он будет гнать, гнать, гнать и гнать. Вот. Компенсацией этому является только трусость, она у него присутствует, он, в общем, по природе трус, поэтому вот в балансе между одержимостью идеей и трусостью где-то вот он сейчас находится, страхом, да, скажем так. Ну вот напоминаю еще, что психопаты и социопаты – это просто медицинское обычное определение, что они склонны к патологической лживости, и они испытывают, всегда считают, что они все могут переобъяснить, и если, ну, условно говоря, вот когда бомбардируют Мариуполь и говорят, что это делают сами украинские войска. А, собственно, вы упомянули очень интересную фразу, произнесли: «Сейчас стало легче получать информацию». Правильно ли я понимаю, что сейчас, когда возможность объявления Путина военным преступником совершенно реальна, из Кремля потекло троекратно? Ну, я вам так скажу, да, поскольку я профессионал в этой части, да, наверное, это известно определенному кругу, большому кругу лиц в области информации, получения анализа и так далее. Я вам могу сказать, что были периоды такие глухие, когда практически невозможно было получить адекватную информацию от лиц, которые приближены, так сказать, к Вадиму Владимировичу, то есть первого приближения. Вот. Даже второго, даже иногда третьего. Да? Все молчали, все боялись. Но сейчас, конечно, страх будущего и некомфорт происходящего настолько изменил ситуацию, что я лично... Перевешивает страх перед Владимиром Владимировичем.
перевешивает, да, вот, перевешивает страх. И, конечно, на те как бы мейлы, которые были дадены в свое время для расследований, на них стало поступать такая информация, которая просто бесценна и позволяет понять, что на самом деле происходит с Путиным и в его окружении. Вот. И количество источников растет, и некоторые источники выходят, становятся источниками, выходя непосредственно на людей, например, типа меня, через посредников. То есть ты точно знаешь, кто этот посредник, ты точно знаешь, от кого он пришел, да, это легко проверяется даже открытыми источниками, через открытые источники в интернете, в Гугле, вот, и ты понимаешь, что это достоверная информация, к тому же сейчас факт-чекинг не составляет большого труда, вот. Поэтому, да, сейчас очень много нехорошей информации, и хорошей информации, конечно, как, это с какой стороны смотреть. Что в обмен источники просят? Деньги, безопасность, свободу от санкций? Вы знаете, я не могу как бы сам никого санкционировать, никого, так сказать, никому помочь избежать санкций. Но сейчас какая появилась такая теория добрых дел. Значит, даже если люди санкционированы или люди боятся этого, они хотят рассказать, почему они ни в чем не виноваты, такой период, и как это самое, и как виноват вот один человек, а все остальные белые пушистые. Ну, я отношусь к этому спокойно, да, потому что пусть они будут белые пушистые, суд разберется. Но, конечно, с моей точки зрения, люди, которые начали сотрудничать, и я думаю, что в первую очередь сотрудничать не с расследовательскими коллективами, вот, например, там, с таким, как, с которым я сотрудничаю, а с зарубежными спецслужбами, они с очевидностью получают определенные преференции при санкционировании. Речь идет об олигархах, чиновниках или силовиках? Речь идет об олигархах, чиновниках и силовиках. Вот. Если вы видите то, что, например, олигарх, скажем так, мне не нравится это слово, но я считаю все-таки, что наконец-то мы выпали с Ходорковским из этого всего. Да, мы точно, что последние лет 20 не олигархи, даже если нас подозревали в этом раньше. Поэтому пусть они сейчас будут... получите 57 миллиардов долларов и станете главными олигархами пост-России. Единственными побольше, не под санкциями. Юля, побольше. Ну, побольше проценты идут. Не мы, правда, получим, а все получат акционеры. Вот, так сказать, у нас есть бенефициарный интерес. У нас это у меня, у Ходорковского, к счастью, нет. Вот. Значит, а побольше, потому что есть еще процентов уже больше набралось, и есть еще набирается, и есть еще нереализованные просто решения ЕСПЧ, да, там, которое было лет 10 назад, было 2 миллиарда долларов, значит, сейчас это, наверное, уже не меньше 3, а может быть больше, даже составами скромными. То есть это много денег, да. Вот. Ну, естественно, мы будем их получать. Естественно, то есть как бы... Спасибо Вадиму Вадимовичу. Все, что происходит плохого в его жизни, сконструировано его руками, в том числе и как бы наше будущее удовольствие. Я уж коли мы заговорили об этом суде, я напоминаю нашим слушателям, что речь идет о суде, где вот, может, Леонид Борисович меня поправит, акционеры ЮКОСа подавали на компенсацию, присудил им голландский суд 50, уже сейчас с различными пенями и штрафами 57 миллиардов долларов, и все время отсрачивалось это решение. Вот последний раз незадолго до войны опять Россия как-то добилась этой отсрочки. И у меня, собственно, два вопроса. А правда ли, что сейчас, первое, адвокаты, которые раньше представляли Россию, отказались ее защищать? И второй вопрос. Я знаю, что это плохо для интервьюера задавать два вопроса сразу, но я думаю, надеюсь, что вы мне ответите на оба. И второй вопрос. Как вы считаете, вот в этих бесконечных отсрочках виновата ли была российская коррупция, экспорт российской коррупции? Ой, ну это объемные темы, давайте я очень коротко. Значит, так, первое. Адвокаты отказались ли?
Да, я понял. Понимаете, в чем дело? Адвокаты не хотели явно отказываться, да, у меня есть достоверная информация об этом, но они вынуждены были отказаться под давлением юридических сообществ своих стран и под давлением, естественно, юридических властей своих стран. Вот, это как бы нормальный процесс, которого они не хотели. Следующее. Это еще до Бучи. Нет, это прямо вот когда после первой недели войны, наверное, начался процесс, давно, месяц назад, вот. Но при этом, при всем, я хочу сказать, что да, действительно, все адвокаты во всех юрисдикциях практически отказались от них, от России в наших делах, да, скажем так. Но с другой стороны, они как бы в соответствии с тем, что это все-таки страны права и демократии, адвокаты, они должны будут доработать до хотя бы апелляционного суда, который будет теперь в Амстердаме. Вот. И они как минимум должны, так сказать, до этого суда, как я понимаю, подать документы с той стороны и потом передавать уже дела кому-то. То есть я думаю, что где-нибудь там до середины мая адвокаты у России еще присутствуют. Я, кстати, снимаю свой второй вопрос, поскольку он был некорректен для человека, который, ну, вы находитесь в этом процессе, поэтому я его переформулирую так. А как вы считаете, много ли людей коррумпировал Путин на Западе, и насколько ему все это сходило с рук именно из-за экспорта российской коррупции? Да, очень много людей коррумпировал Путин на Западе, упрощенно говоря, и политических, и чиновников, и, так сказать, бывших политиков, ставших лоббистами, и да, мы когда все время ощущаем давление, например, в одной стране одна нефтяная компания так хотела попасть на российский рынок, что нанимала лоббистов для того, чтобы помочь нам, ну, нам обобщенно, да, проиграть, а им выиграть в Голландии, да. Это вот один из примеров такой, знаете, очень специальной коррупции. Мы тебя пустим там работать с Роснефтью там-то и там-то, а ты вот там внутри, ты же сам голландский такой весь, да, ты там давай там лоббируешь, чтобы эти проиграли, и мы тебя пустим. Вот. Но это один из эпизодов, на самом деле их очень много. Да? Там некоторые я не имею права раскрывать, потому что, к сожалению, коррупция возникает и в юридическом сообществе, и методы этой коррупции многочисленны. Вот. И неожиданные иногда очень. Вот. То есть это целая система, и она еще не умерла. Неожиданно, например, если эта система не умерла. Ну, например, смотрите, вот какие-то хорошие мальчики и девочки заканчивают какие-то юридические вузы высокого уровня в каких-то хороших странах и остаются работать стажерами в международных судах, прокуратурах и так далее, и так далее. Вот, а становятся потом помощниками, секретарями, потом становятся сами судьями или нет. Ну, судьями, пожалуй, еще не становились, помощниками судей. Вот. А вы знаете, как в больших судах, как много зависит от людей аппарата? Потому что это огромные их документообороты, и многие вещи просто делают помощники и аппарат. И могут даже многое изменить, вот, если нет достаточного контроля. Представьте себе, что часть этих ребят являются прямо или косвенно агентами ФСБ. Вот неожиданный метод, на который я обратил внимание. Это касается, к сожалению, и самых уважаемых международных судов, но я не хочу их называть. Я не хочу, вот, вы все и так догадались, о каких судах я говорю. Международных судах, например. Да. Я, например, не до конца не догадалась, хотя у меня есть идея. И я думаю, что я ее в коде доступа следующим озвучу. А, собственно, вот возвращаясь к самому главному, что происходит к войне, особенно с учетом тем, что вот вы говорите, что очень много источников течет. А вот до сих пор военные эксперты, насколько я даже понимаю, американская разведка, вот я беседовала с Русланом Левиевым, они не понимают, кто командует этой войной. Вот вы можете сказать, кто командует этой войной?
Ну, командует в этой войной, по моей информации, я не знаю, насколько она точная, но это из нескольких источников, командует этой войной верховный главнокомандующий Владимир Путин, вот, а помогает ему в этом некий генерал Сергей Суровикин, главнокомандующий воздушно-космическими силами Российской Федерации. Он еще был внесен в санкционные списки ЕС за поддержку имплементации действий и политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, стабильности и безопасности Украины. Так что он лицо, которое, как мы понимаем, известно и западным разведкам, и роль его известна. Но то, что удается получить, например, из России, да, то, так сказать, от добровольных помощников, то понятно, что это очень специальный человек, очень жестокий, очень как бы идеологизированный, такой панимперско-евразийский. Вот, он хочет восстановить баланс, да, когда Россия и Соединенные Штаты как минимум находятся в противостоянии холодным или горячим, и Россия – великая империя. Вот, я не знаю, откуда берется это в голове у людей, но, тем не менее, это дэмидж от развала Советского Союза, проигрыша в холодной войне. Вот. И потом, так сказать, вот этот человек, с точки зрения многих источников, сейчас является основным исполнителем и идеологом именно происходящего типа войны на территории Украины. Вот. Формально он отвечает за, естественно, обстрелы. Вот, соответственно. Но на самом деле он руководит операцией. Кстати, я сделал простой поиск, вот сейчас, извините, нажал на Google, и вылезло очень много интересного. Например, в августе 91 года в звании капитана исполнял обязанности командира 1-го мотострелкового батальона 2-й гвардейской мотострелковой дивизии и так далее. Это тот самый батальон, БМП и БРДМ-2 были, значит, по приказу ГКЧП выставлены против, на комендантских постах на Садовом кольце. И именно эти люди по приказу именно этого командира раздавили Дмитрия Комаря, Илью Кричевского и Владимира Усова. Вот, и Владимира Усова. Кричевский и Усов расстреляны, да, а Комарь был задавлен, вот, и это все, так сказать, на плечах Суровикина, который был арестован за это после ГКЧП и 7 месяцев находился под стражей и в предварительном следствии. Вот. Поскольку он выполнял приказы руководства, то с него вот эта преступная деятельность была снята, и он избежал тогда уголовного наказания. И вот ровно этот человек дошел до такого человека, который сидит рядом с Путиным и играет вот в эту «Можем победить», или как там она называется, «Великую Отечественную Вторую», вот, денацификацию и демилитаризацию Украины, там, и что, как они это все еще назначают. Вот. Кстати, он судимый, и когда Сердюков его назначал, будучи министром обороны, на, по-моему, на военную полицию, военная прокуратура протестовала, потому что, ну, судимость была 17-летней давности. Он там что-то кому-то продал. Это продажа табельного оружия, можно сейчас еще раз зайти в Google, значит, московское пособничество в приобретении, сбытии, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. Его приговорили к году лишения свободы условно. Вот, статья 17, часть 1, статьи 218 УК РСФСР еще, да, вот, ну, УК, да. Вот, и, так сказать, военная комендатура возражала, ну, а, так сказать, главный военный прокурор, тем не менее, как не сопротивлялся тогда был Сергей Фрединский, вот, он был назначен с Анатолием Сердюковым, там, на эту должность, и далее, так сказать, этот прекрасный человек, вот вы можете сделать то же самое, что сделал я в Гугле, вот, значит, этот человек далее имеет хороший послужной список, он участвует во Второй Чеченской войне, как бы случайно рядом с Путиным, да, на уровне уже реального командования, он участвует в грузинских 2008 года,
и тоже на этом уровне. Вот. И он в 2014 году участвует в том, что лично участвует в том, что привело к образованию Донецкой и Луганской народных республик. Вот. Причем делает это он с явным удовольствием. Да, вот еще, смотрите, он еще и командир русских сил в Сирии между мартом и апрелем 19-го. То есть, вот, видимо, он... Вот, да, и, да, видимо, он тогда, это заход, наверное, был. Ну, в общем, он там руководил и войсками в Сирии при заходе, генерал армии и так далее и тому подобное. Ну, то есть прекрасный человек, вот, изумительный мясник, ответственный за, так сказать, бомбежки и убийства. Кстати говоря, есть, сейчас я увидел, есть иностранные источники. Это, оказывается, проходило все уже в западную прессу. Вот. Но я вот, к сожалению, не читал, сейчас почитаю. То есть вы говорите, это такой мегагиркин. Не зря Руслан Левеев мне говорил, что российские летчики действуют ровно так, как в Сирии. А Шойгу, вот, собственно, Шойгу насколько принимал участие в разработке всей этой операции, если ее разрабатывал Суровикин? И, кстати говоря, где Шойгу был последние несколько... вот неделю он исчез, ходили слухи, что с ним что-то случилось, потом он объявился живой и здоровый. Где же тогда Шойгу был? Ну, Шойгу я знаю давно, прямо и косвенно. Шойгу ничего, конечно, разрабатывать не умеет, кроме как откатов от финансирования. Вот, это как бы, ну и держать такое строгое лицо. Вот, что касается Герасимова, наверное, я не прав, но он тоже выглядит достаточно дебильно. Вот, я думаю, что роль этих людей невысока, хотя формальные должности у них первая и вторая в армии. Вот. Я думаю, что эта информация уже есть в сети, потому что, ну, сам я знаю, что он был послан на инспекцию ядерных этих самых арсеналов, там, хранения, готовности, вот, что на Западе, ну, что на Западе восприняли как пугалку, да? Вот. А потом он исчез, и по сведениям, так сказать, из разных надежных достаточно источников, он ездил и просил боеприпасы, то есть ракеты в основном, как раз, видимо, для генерала Суровикина, потому что они кончались, вот, а российские заводы стоят, ничего произвести больше не могут, поскольку, как вы понимаете, и там Путина обманули, там 70-80% импорта в начинке этих ракет. Поэтому надо было искать совместимые ракеты. И, насколько я знаю, он договорился об этом с корейцами и еще договорился о размещении какой-то базы вооружений на территории Кореи. Но это вот только вот я это знаю, я это комментировать не могу. Поэтому я думаю, что на какое-то время у них есть часть ракет, которыми с ними поделилась Северная Корея. Наверное, они совместимы с российскими. Стоп, то есть вы говорите, что Шойгу был в Северной Корее и просил у Северной Кореи совместимых ракет. А почему он тогда не поехал в Китай? В Китае как бы таких ракет больше? Я не могу вам точно сказать. Да, была информация, что он был в Китае, не только в Китае, что в Китае ему отказали, вот просто. А в Корее, так сказать, он просидел больше всего. И как я понял, что это была его конечная точка визита. Но еще раз, я не знаю, какие арсеналы у Северной Кореи, но я думаю, что даже если бы всех их можно было выпотрошить, надолго не хватит при такой стойкости украинской стороны. Путин понимает, что происходит на фронте? Ему адекватно докладывают обстановку? Понимаете, в чем дело? В Путине произошел какой-то качественный... хотел сказать скачок, сказать качественное падение, да, то есть, в принципе, падение уровня. Может быть, это связано как раз с тем, о чем мы говорили выше, о болезнях, гормонах и психопатии. Вот, Путин с какого-то момента расхотел получать разные мнения и расхотел получать плохую информацию. И по сведениям, опять же, из надежных источников администрации президента, никакие политические, внешнеполитические или
как бы военно-стратегические и прочие совещания или экспертные советы не проводятся больше. Он в них не заинтересован. Соответственно, эти, так сказать, советы перестали проводиться и в министерствах, и ведомствах, потому что если это не надо первому, то зачем это надо им всем? Да? Диктатура построена по такому принципу, что если надо хозяину, то все, так сказать, делают вид, что им тоже надо. Если хозяину не надо... То есть вот эта структура экспертизы, структура анализа, структура брейнсторминга, она полностью разрушена сейчас. Поэтому да, можно сказать, что Путин хочет и получает только то, что он хочет получать. Вот. Он не был никогда идиотом, он адекватно достаточно на уровне опера ФСБ, ну, КГБ, раньше мы говорили, опера КГБ понимает, так сказать, происходящее, он во всем интересовался сам, но это был прошлый Путин. И вот, наверное, уже там принципиальные изменения начались год назад, а сейчас они просто критичные. Кстати, это еще вот этот уровень деградации, скачкообразная деградация, тоже говорит в пользу того, что ему, видимо, недолго осталось вот, на своем посту быть. Вот. Так что Путин не хочет получать и, видимо, не получает плохую информацию. Он понимает, что ему надо победить. Он знает, и это знают все, что 9 мая надо провести парад победы на Крещатике, вот, привезя туда своих ветеранов. И все это, наверное, вы уже слышали из других источников, и они в прессу проникали, да, 9 мая парад на Крещатике, ну, видимо, параллельно с парадом в Москве. Про 9 мая очень много говорят, даже говорят почему-то про 7 мая, а, собственно, если он больше не заинтересован вот в советах и совещаниях, кто-то же ему докладывает сейчас, вот кто с ним говорит, кто на него влияет, кроме Ковальчука, вот Суровикин влияет? Да, но влияние Суровикина – это часть влияния Ковальчука. Влияет именно Ковальчук. Юрий Ковальчук вы имеете в виду, да? Да, конечно. Не, но архитектор как бы сознания Путина – это не секрет, это Юрий Ковальчук, самый близкий к нему человек, самый доверенный, я бы даже сказал, старший товарищ. Вот. С очень примитивным, как бы, с очень примитивным идеологизированным совковым имперским типом мышления. Вот. Это у него семейное, от мамы с папой, видимо. Ну, а брат его Михаил, который директор Курчатовского, это просто клинический идиот в звании академика. Этот поумнее, наверное, вот. Но они идеологизированные, они, так сказать, вот именно это можем повторить. Вы же знаете, и сами понимаете, да, какую роль играет их медийная группа в российском пространстве, да, в российском медийном пространстве. Это суперпропаганда войны, русского фашизма, вот, национализма, вот, и так далее, и тому подобное. Поэтому, конечно, Ковальчук ответственен за все, но просто отвечать за все, в первую очередь, придется Путину. Ковальчук не сбежит. Нет, конечно, он не сбежит наказания. Вот, и все будет доказано. Но как бы он все-таки не формал. Он типа бизнесмен и друг. Вот. А кроме Путина, а кроме Ковальчука, с кем общается вот сейчас Путин, и кто может ему хоть что-то сказать? В том числе и неправду. Судя по всему, смотрите, администрация Путина, она сложена из людей, во всяком случае, на уровне начальников. И начальник и замов, она сложена из людей как раз вот Ковальчука. И это они все подчиняются Ковальчукам, и они, давайте более широко скажем, потому что там есть еще другие Ковальчуки в теме. Они все подчиняются Ковальчукам, и они, так сказать, делают то, что им говорят Ковальчуки. Это касается и Кириенко, и Войно, и Громова, и так далее. Я бы сказал по анализу, я бы сказал, что вот по-настоящему только путинский человек из верхнего уровня администрации, а не Ковальчуковский, например, и не Сеченский, ничей, это Дмитрий Козак. Вот, вот этот человек, который, так сказать, видно, что он ни в чем не участвует, нигде как бы не запачкался, и он служит лично Путину и, видимо, пользуется доверием. Во всяком случае, так это выглядело 20 с лишним лет назад, когда он был у него, по-моему, руководителем аппарата премьер-министра, вот, или
администрации премьер-министра. Я не помню, когда Путин был назначен премьер-министром Ельциным, то тогда появился Дмитрий Козак. Вот. Но остальные все точно, что ковальчуковские, поэтому все говорится как надо. Вот. А Патрушев тоже ковальчуковский? Кто? А Патрушев тоже ковальчуковский? Вы знаете, я ничего не знаю о взаимоотношениях Патрушева и Ковальчука, но я знаю, что какой бы Патрушев чего бы ни хотел, если Ковальчук хочет по-другому, то будет так, как хочет Ковальчук. Вот. И это достаточно принципиально. Это касается, кстати, и использования органов ФСБ и всяких других. В основном можно видеть волю Путина, которая является трансформацией идей Ковальчука и мыслей Ковальчука и целей Ковальчука в реальные действия. Вот. Он как бы является, понимаете, преемником вот той идеологии, которая была очень сильно развита на базе распада Союза. Тогда были большие такие достаточно группы. Я помню еще Гидар Джемаль был такой идеолог, да, отец погибшего Архана Джемаля. И они издавали, была группа, которая издавала такой патриотический спецслужбистский журнал. Я сейчас не вспомню его название, но это были такие вот достаточно махровые патриоты спецслужб и армии, ГРУ и ФСБ, которые получили дэмидж психологически от потери, от распада Советского Союза, от потери роли Советского Союза и России, соответственно, в мире. Вот, и на базе как бы этой травмы возникла вот такая история, в которую сейчас попал Путин. Неожиданно для меня, ну, как бы я не думал, что он такой, но он там полностью. С Суровикинами, с Шевкуновыми, с Ковальчуками, с Дугинами, вот со всей этой, извините, нечистью. А Ротенберг и Тимченко, которые когда-то были так близки, что они сейчас говорят? Ну вот я прямо сижу и слышу, что Ротенберги и Тимченко говорят. Ну, как я это могу знать? Говорят, ну... говорят их дети, говорят друзьям детей, говорят их жены. Да, некоторые пострадали сейчас из этих людей, там или их семьи пострадали сейчас, конкретно были выгнаны из своих насиженных британских, монахских и других, так сказать, недвижимости, яхты и так далее. И, конечно, они говорят, и Песковские, и какие, и Шойгуские, какие хотите. Вот, Пригожинские, какие, я не знаю, какие еще не говорят, но как бы все, конечно, говорят о том, что одно, что Путин сошел с ума. И как бы родители, как минимум, родители, да, скажем так, те люди, которые заходят к Путину, уже начинают или отмалчиваться, или, в общем, подтверждать, что у нашего тут кукуха поехала, вы же знаете, ну что тут делать-то. Вот, поэтому я, кстати, не знаю... Стоп, одну секундочку. Это прямо так вот, условно говоря, сидят за семейным обедом, вот этот вот сервиз, серебро, личный самолет стоит, который благодаря Владимиру Владимировичу, там, не знаю, позолочен или посеребренен, и сидит отец семейства и говорит, у нашего-то кукуха поехала. Ну, или говорит кто-то другой, у нашего кукуха поехала, говорит, почему такая вот, почему нас вот выгоняют, ну, за что нам такое, ну, что мы можем сделать? А кто-нибудь говорит, да, я не буду. Ну, что делать? Ну, ты же знаешь, что у него кукуха поехала. Ну, это как бы расхожее выражение. Я слышал его раз 50 уже. Я думал, да, что вы знаете. Да. Конечно, нет. Я 50 льгот на хмель на поездку кукухой. Кто же не знает? Не да, знает. Но я просто не знал этого. Поэтому, вот, я не знаю, что кукуха. Видимо, это не голова, это, видимо, мозги, наверное, так. Но я не знаю, откуда взялось это слово. И поэтому я запомнил. Вот. Поехала кукуха, а они что-то собираются, вот, плача отделать, или они только просто плачут и понимают, что им некуда деться, и что они заложники всей этой ситуации? Или они после этого просто текут? Такой информации у меня нет, но как, так сказать, практикующий психолог, я вам могу сказать, шутка, конечно, да, скорее коучер, я вам могу сказать, что они находятся в определенной фазе начала, так сказать, измены, если смотреть со стороны Путина, и, конечно, эта измена приведет к его концу рано или поздно,
Но что приведет его к его концу раньше, что позже, я не знаю. Я единственное заметил, что вот такие психологические изменения, когда там боятся, но с другой стороны ненавидят и обижены и так далее, и это уже коллективное, они достаточно быстро развиваются в какой-нибудь там заговор, измену. Вот. Я думаю, что многие уже работают на западные спецслужбы по-настоящему, в отличие, так сказать, скажем так, от такой пятой колонны, которая публично является как бы агентами ЦРУ и всех других разведок, да, всякая оппозиция. Вот. Эти действительно уже, я так уверен, что они уже наладили мосты и сливают Вадима Владимировича и всех остальных друг друга по полной программе. Всем же жить хочется, и не в России. А уж детям, так вы сами понимаете, многие детей в России-то почти не были. Или ну вот я тут видела у Владимира Осечкина удивительный пост о том, как зарубежные активы «Газпрома» сливаются его же менеджерами куда-то на себя, и подумала, что если эти люди это делают, то вряд ли они могут это делать, не прибивав к западным спецслужбам и сказав, ну, оставьте нам этот кусок, а мы вам это расскажем, потому что, ну как, иначе они все равно останутся под санкциями. Но это было у вас логическое мышление и критическое развитое. У них не очень. Они всегда все сначала делают действия, как бы это называется, они как бы на Западе действуют по-русски и сами себя как бы сдают. Вот. А потом иногда бывает поздно, потому что они попадают под санкции или под уголовку. Это скорее, вы знаете, мне кажется, от страха и от неумения работать на Западе, да, или привычки работать с дорогими, но неправильными консультантами и адвокатами. Вот, а не от того, что там они получили какую-то индульгенцию. Но вот если вы заметили, что есть такие секторальные санкции, когда кто-то, не буду называть, извините, это не один пример, несколько, но не буду, кто-то получает санкции, например, в Европе и в Англии, а, например, не получает их в Америке, вот, то или наоборот. Для меня это один из признаков того, что человеку оставлена форточка в определенной стране с теми или иными целями. Одна из причин оставления такой форточки – это сотрудничество со спецслужбами. Я совершенно уверен, рассказывают такое, что волосы дыбом встанут. Вот. О том, что происходило все эти годы в этой прекрасной России прошлого. Вот. А даже если и не сотрудничают, представьте себе, как сейчас в бункере Путин, который сидит на измене, думает, что сотрудничает. Правильно думает, он все-таки профессионал, да, правильно думает, сотрудничает. Мы беседуем уже почти час, это без беседы безумно интересно. И если у вас еще есть время, я думаю, что наши слушатели тоже не торопятся. Вот нас слушает 41 тысяча человек, несмотря на то, что тролли уже успели снять нам монетизацию, что, соответственно, ограничивает раздачу этого видео. Тем не менее, поэтому, если можно, слушателям прошу шерить как можно больше это видео, лайкать как можно больше это видео, потому что мне кажется, что мы говорим о необыкновенно важных вещах с необыкновенно осведомленным человеком. Но я, поскольку у меня еще очень много вопросов, и я надеюсь, что мы где-то еще полчаса вложимся, потому что иначе просто я вас утомлю. Очень короткий вопрос. Почему он напал на Украину с вашей точки зрения? Вот какие он цели ставит в вашем понимании? Очень короткий ответ. Значит, история начала переписываться достаточно давно. Ключевым моментом в истории, вокруг которого были все батлы, так называемые, это история Второй мировой, ну или в нашем случае Великой Отечественной войны. Война была поднята на щит идеологический, самый основной и так далее. Вот. У этого психопата возникла идея, что он все может сделать лучше, чем Ленин, которого он критикует, Сталин, которого он меньше критикует, Гитлер, которого он вообще не критикует. Вот он все может сделать то же самое, но лучше. Вот. Я сейчас не говорю про идею мирового господства, да, я скорее говорю идею, так сказать, победы, молниеносной победы в войне с чем-то.
Вот. Он, так сказать, началась вся эта победоносие, потом это было, можем повторить, бессмертный полк стал использоваться как идеологическое оружие, пропагандисты, сами знаете, все мерили на войну. И такое было ощущение у всех в России, что они живут, продолжают жить Второй мировой, ну, Великой Отечественной войной. И тут ему подвернулась Украина, которую он всегда ненавидел. Он ненавидел Януковича, за то, что он его предал. Да, он же его предал, он все-таки подписал документы, да, там, ну, практически подписал документы с Европой. Вот. А потом под давлением Путина как бы перестал этим заниматься. И вот Янукович стал как бы уже свой, как бы, ну и не удержался, и его убрали, и это все незаконно, да, хотя после этого были выборы, и все законно, и вторые выборы опять законно. Но он себе вбил голову. Украина, нацисты, бандеровцы, вот, незаконная власть. Можем повторить. И он открыл свою отечественную войну, цель которой самое главное – это действительно победить Украину и совершить марш победы, парад победы на, так сказать, Крещатике, в общем, в центре Киева. Вот, это первое. А вторая цель, она как бы достаточно в его голове, видимо, была логично достижима в связи с Украиной. Это цель, которую он объявил в 2007, по-моему, да, году на Мюнхенской конференции. Это возврат к многополярному миру. То есть он тогда, видимо, считал, что мир стал однополярный, не замечая, что есть Китай, например, а не только Соединенные Штаты, да, и есть Европа, Китай, вот, но нету России. И он решил, так сказать, восстановить этот многополярный мир, и как бы это тоже... как бы эта война тоже должна была, победоносная и молниеносная, должна была его привести к этой цели. Таким образом, как говорят, win-win, да, я тут и самый главный, и меня народ любит, и я навсегда, да, царь-бог, вот, и Запад понимает, что со мной надо считаться, и я буду как бы вот участвовать в разделе мира, что ли, да, вот, ну, вот, извините за примитивизацию, но, так сказать, вот, зон влияния, если хотите, это наше, это ваше, вот. Вот так он себе это все выстроил в его голове, ну, и получил то, что получил. Ну да, понятно. Мысль о том, что можно было сначала, лучше бы сначала улучшить экономику, как-то вот не приходила, видимо, в голову. А вы сказали, что он изменился очень сильно за вот эти последние годы. Поэтому у меня коварный вопрос. Вот почему он напал на Украину из идеологических соображений? А почему он напал на вас? Ведь, собственно, с вас-то все началось. Вот знаете, между прочим, очень много моих друзей, когда вас, ну не вас арестовали, Михаила Борисовича арестовали, говорили, вот, он там вел себя неправильно, он возражал Путину, значит, вот теперь Путин его съел, а потом и всех нас съест. Вот он во всем виноват. Вот почему Путин напал на вас? Слушайте, у него были все основания напасть на нас. Во-первых, ему... Сесин продолбил все уши его о несправедливости, в которой оказалась российская государственная компания «Роснефть». Компенсировать эту несправедливость можно было бы приобретением или отбиранием Сибнефти у Абрамовича, да, и тогда распиленная перед аукционами «Роснефть» на «Роснефть» маленькую и более большую Сибнефть, да, она бы соединилась, и «Роснефть» сразу стала бы приличной компанией. Но зачем, так сказать, это делать за счет друга Романа там, или зачем, так сказать, его обижать или договариваться, я уж не знаю. Там. Вот, когда можно забрать ЮКОС, когда более большой и куда более правильный, огромные запасы, качественные запасы, да, и хорошо налаженная система, почему бы ее не забрать и не присоединить, и назвать «Роснефтью». Тогда «Роснефть» будет даже больше, чем она была при Брежневе и так далее. Там, ну, это сам не при Брежневе, это было министерство. Ну, давайте скажем, в России, да, вот, ну, в России с 91 года. Вот та вот «Роснефть», российская нефть, да, вот она будет гораздо больше и круче. Вот. А Абрамович, он так свой, чего его обижать. И все другие больше свои. Они же, видите, они же все до сих пор досидели своими.
бедняги. Вот. А мы не свои, так сказать, мы не это. У нас своя идеология, свое мышление. Мы как бы стремимся к прозрачности, западным стандартам. Мы не платим взяток, не откатываем, да, там, вот, мы сотрудничали с администрацией, естественно, участвовали в программах разных, в том числе гуманитарных, но это совершенно другое, да, мешок кэша у нас не попросишь, у нас его неоткуда взять, или, как правильно говорил Ходорковский тогда, мы можем платить кэшем, мы можем оплачивать кэшем хоть выборы, хоть что, только вы должны этот кэш получить подтверждение в независимом совете директоров, что я вот беру и отдаю там, на выборы там, 100 миллионов долларов. Да, совет директоров должен сказать, да, молодец, отдай 100 миллионов долларов там, на выборы кэшем, да, так сказать, вытащи это из доходов компании, и мы будем довольны. Но это уже не бывает. Поэтому мы во всю эту мутную схему, вот, которую создал Путин, не создал Путин, да, воссоздал Путин, мы не вписывались, вот, со своими нравами, со своей открытой Россией того периода, с построением гражданского общества, да, с прозападной, проевропейской, проамериканской ориентацией по бизнесу и по демократии, да, там, к интересу к построению гражданского общества, к тем проектам прекрасным, которые мы делали, вот, к рейтингу Ходорковского. То есть вы были... Вы были первой Украиной, вы его обидели, вы неправильно себя вели, вступали в НАТО или, по крайней мере, продавались ExxonMobil или Royal Dutch Shell? Ну, он прекрасно знал, что происходит, потому что Абрамович, естественно, так сказать, с ним договорился о слиянии сначала, ну, или выкупе ЮКОСом Сибнефти, а потом уже, так сказать, пришел и предложил это Ходорковскому, потом он Ходорковскому тоже подтвердил о том, что они договорились, и что можно до 25% продать или обменять американской компании. Но как бы никто не выходил за рамки договоренности, и не надо было с ним, да, но просто если он хотел считать, что выходили, то он так считал. Но Ходорковский за рамки договоренности, как всегда, не выходил. Как бы то, что было обещано, то было обещано. Но в этом месте почему-то не сработал Абрамович, не сработало ничего, а сработало то, что как бы надо мочить, забирать компанию, вот, лишать ресурсов и так далее. Вот. Плюс, опять же... Извините, да. Нет-нет, плюс, опять же, я... Плюс, опять же, это у меня старый разговор с Ходорковским, я ему часто его напоминаю, когда он говорит... Вот рационально же было сделать так и так, например, вот в этом случае, если я не так. Всем же от этого хорошо и всем от этого выгода. Вот. А почему же они должны были бы действовать по-другому? Поэтому я решил, что надо действовать там, как предложил Абрамович. Вот. И тогда у меня, так сказать, родилась мысль, оформилась мысль, которую я давно, так сказать, не мог сформулировать. Я сказал, что... Да, говорю, если ты рассуждаешь об интересах нормального человека, то вот все, что предложено, это лучшее, что может быть для всех участников процесса. И для Абрамовича с Сибнефтью, и для ЮКОСа с нами, да, и для государства с американскими инвестициями, и международной компании, которая котируется нормально на биржах, да, вот. А если ты играешь с бандитами и мафиози, то у них совершенно другое нерациональное мышление. Может быть, ты думаешь, что они хотят там получить компанию в триллион через 10 лет, а они на самом деле хотят, не знаю, как русское слово упростить, спереть меньше намного, но сегодня, а тебя посадить, чтобы не мешал. И дальше это стало традицией. В общем, я как бы считаю, что я был прав и продолжаю. Это люди со специфическим типом мышления, с мафиозным бандитским мышлением. Вот. И поэтому с ними нельзя было бы все равно существовать на одной, как бы, в рамках одних государственных границ. Ибо вот сейчас власть. Мы видим эволюцию этого мафиозного типа мышления. Сначала применительно к ЮКОСу, теперь уже применительно к Украине. А вот у меня какой вот есть специфический маленький вопрос. Я слышала, что когда вот происходила эта разборка с ЮКОСом, у меня сложилось такое впечатление, очень большую роль тоже играла неправильная информация, которую приносили Путину. Ну, при этом он эту, видимо, неправильную информацию сам же и желал получать. Например, мне рассказывали, что
что, скажем, улетает откуда-то Ходорковский, случайно встречается с Зюгановым в зале аэропорта, ну, типа, это была какая-то Самара или Воронеж, ну, вот что-то такое. А дальше Путин призывает своих помощников и говорит, а вот смотрите, вот Ходорковский встречался с Зюгановым, у них была секретная встреча, мне донесли, вот в таком-то аэропорту они замышляют государственные перевороты. Вот таких вот историй было очень много. А вот я правильно слышала или... Да, вы знаете, вот я вам один пример расскажу, абсолютно точный. Была встреча Путина с руководителями этих самых крупных компаний в Америке во время визита. И Эксон, руководитель Эксона, подошел к нему и сказал, что вот мы тут собираемся, так сказать, с Югостом то ли покупать, то ли что. Вот. И типа как бы хотели вашей типа поддержки. Но я думаю, что проявил дурацкую инициативу. Тем более, что этот человек потом был главой администрации, главой Госдепа у Трампа, и было понятно, что он, в общем, не очень далекий человек. Да, я не знаю, зачем он это сделал, но Путину в голову легло то, что он хотел услышать. Вот Ходорковским договаривались, что 25% максимум можно продать и обменять, а он всю компанию продает. Ну, это же понятно, что это бред, да, если это хочется слышать, да, ну, понятно, что ничего нельзя сделать за пределами регулирующих органов и так далее. Но он сказал там в определенном кругу, что вот Ходорковский всегда кидает, да, обещал это, а на самом деле все продают. То есть, если ты хочешь слышать плохие новости, то ты будешь их слышать, вот, и все будут тебе их носить. А плохие новости про нас носили многие, очень многие, я всех помню. Можно я уточню? О как! Да, слушайте, господа, Леонид Борисович всех помнит. И что-то у меня такое ощущение, что, возможно, может настать время припоминания. Правильно ли я понимаю, что ситуация, я просто расшифрую нашим слушателям, была такая, что Ходорковский договаривался о продаже 25% акций совсем другой компании, Путин об этом знал, и тут вылезает глава ExxonMobil со словами «А не куплю я, не купить ли мне половину?» И Путин это воспринимает как совершенно неоправданно, как некое предательство Ходорковского, когда на самом деле речь шла о просьбе всего лишь главы ExxonMobil. Да, я это почти правильно, кроме одного. Значит, одновременно шли переговоры, так сказать, менеджмента ЮКОСа с двумя компаниями, с Chevron Texaco и с Эксоном, потому что надо играть всегда на двух досках, иначе если у тебя только один условно покупатель, да, то у тебя нет возможности поднять цену. Вот. Поэтому конкуренция при продаже является как бы одной из основ этого типа, этого бизнеса. Поэтому были разные переговоры, но, конечно, нигде не предполагалось обменять или продать более 25% акций ЮКОСа-Сибнефть, тогда объединенной уже компании, американской компании. Все это можно было только придумать себе и убедить себя в воспаленном мозгу, который ненавидел, видимо, уже Ходорковского и нас всех. Вот. Ну вот, я же говорю, что вот это полная параллель со вступлением Украины в НАТО, продажа вас ExxonMobil. А вот есть вопрос, который я не могу не задать, потому что это вопрос о человеке, который соединяет в себе тему ЮКОСа и Украины. Когда Путин стал забирать ЮКОС, как вел себя Сурков? Ведь это вы же его вывели в люди. И вообще, что это за человек, и как ему удалось стать главным по Украине? Одно время. Ну, Слава пришел, я уже говорил это с еще одним товарищем, который очень нервничает, когда я его называю охранником, но он был охранником. Слава Сурков и его один товарищ, будем называть, чтобы не нервничал, они были очень молодые, они пришли охранниками Ходорковскому. Это был первый раз, когда Ходорковский решил, так сказать, ну ладно, пусть будет в офисе охрана от бандитов. Они были каратистами из секции Тадеуша Касьянова, или это рукопашный бой. Ходорковский был знаком с Тадеушем Касьяновым и тоже тренировался, и он попросил ему подобрать двух молодых ребят. Так появился Сурков и еще один, кого не будем называть, вот, у нас. Вот, оба потом выросли, тот пошел, так сказать, в ритейловый бизнес, в торговлю, вот, и дальше ушел уже
в другую компанию и в другой бизнес, в другие руки, да. А Сурков остался, ну, тоже он тоже работал, как и тот, с нами достаточно долго, но Ходорковский заметил в нем пиаровские, так сказать, таланты и свойственные ходорковскому манере. Он всегда, если видит в ком-то какой-то талант, неважно, это секретарь, охранник или уборщица, он сразу пытается этот талант развить, потому что всегда нужны более классные специалисты, а тем более свои. Вот. И он Суркову, так сказать, предложил поработать самому и со мной на тему пиара, рекламы, GR-а, лоббинга и так далее. Вот. В смысле от имени компании. Но это было все Минотеп, банк Минотеп и вокруг. Это тогда ЮКОС еще не было. Мне кажется, что Сурков разве из ЮКОСа уходил? Ну, то, что он ушел до проблемы, так это 100%, до Путина прихода, даже до 2000 года. Так что... Вы просто близкими оставались, он выходец с гнезда Минотепова. Вот как он вел себя, когда Сечин и компания начали курочить ЮКОС по приказу ну, Путина? Ну, он вел себя примерно, как вели себя Юмашев, Дьяченко, там, Волошин. Он вел себя Греф, Кудрин, они все вели себя одинаково. Они, так сказать, были ласковые и как бы всегда пытались показать, как они сотрудничают и объясняют Путину и защищают, а на самом деле они как бы валили всякой грязи на Ходорковского и всех нас. Вот, это такие люди. Вот, поэтому я говорю, что никто не забыт, ничто не забыто. Я просто вот как бы тщательно, как Плюшкин, коплю все доказательства и все показания того, кто что говорил, кто что делал, потому что люди, о которых я говорил, они, в общем, сыграли огромную роль в том, чтобы со всех сторон убедить Путина, что с нами надо поступить вот так, как поступили. Ну, естественно, и Сурков тоже? И Сурков тоже, да. Сурков мстил за то, что он от нас плохо ушел. Вот, и как бы ему не дали партнерство, он как бы обиделся, вот, и ушел. И как бы у нас были определенные неприятности при его уходе, там, не хочу сейчас их рассказывать, вот. Ну-ка, но, а общем, может быть, вы скажете, вспоминая это, копя, поделитесь из копилки? Нет, давайте я по-другому скажу. Слава человек нарциссический, самовлюбленный и очень злой, жестокий. Вот. Он тоже, как Вадим Вадимович, любит, когда другим плохо, хотя выглядит он вроде бы таким приятным парнем. Вот. Поэтому у него такая была садистская идея, как бы нож засунуть в спину, обнимая друга. Да? Знаете, обнимаешь, а с другой стороны нож в спину. Вот, поэтому Сурков был в этой команде, и он тоже, так сказать, работал против. Хотя чисто внешне не придерешься, он взаимодействовал там с Ходорковским, Шахновским, там иногда со мной, очень доброжелательно, ну, как и Юмашев и все остальные. Ну, конечно, это все были люди, которые вели нас на убой к Путину, потому что Путин в данном случае все-таки человек такой внушаемый, и когда со всех сторон, да еще Сечин, да, с питерской стороны, да еще там был такой Кожин, но правдивами и прочее, все говорили, какой и Кудрин, я вам сказал, и Греф, вот, они все говорили, какой ужасный Ходорковский и его команда, естественно, они все лили на мельницу, так сказать, чтобы Путин взял на себя ответственность и разодрал нас на части. Вот. Не знаю, хотели ли они или понимали ли они, что это будут посадки, вот, потому что они говорили в тот период конкретно, что да нет, ну, Путин никогда не пойдет на такое, никогда он не арестует Мишу, ну вы что, с ума сошли? Этого не может быть. Там, да, вот когда, ну, это случилось. Вот. А как ему потом удалось стать главным по Новороссии? Кому из них? Суркову. Так он же по должности, да, он же был этот самый заместитель по внутренней политике, а Новороссия, у них имя и Крым имя всегда воспринимались как часть России, поэтому это не внешняя политика управления, а внутренняя политика. Сурков ей руководил, он был первым замом. Он не бегал как-то специально со словами «отдайте мне Новороссию», она просто ему свалилась в плошку? Я считаю, что так, да, потому что это было абсолютно логично.
А почему его звезда тогда сейчас закатилась? По моей информации, он провалил переговоры нормандского формата во Франции один раз. Путину было обещано, что все договорились, он поехал, что все подпишут. Да, и уже был, по-моему, да, уже был Зеленский, был, по-моему, Ермак уже был, я точно не помню, но точно, что был Сурков. И там случился казус, как бы Путин поехал к своему триумфу, да, там, брать Минские соглашения и, так сказать, забирать дальше там ДНР, ЛНР и прочее. А его так как бы опустили. И вот говорят, что после этого у него возникло неприязнь к Суркову, в которую другие люди, которые всегда присутствуют, да, налили достаточно, чтобы он его так разлюбил, что решил потерять. Вот. То есть, ну, это нормально, да, к царю всегда в уши кладут негатив про других. Вот. Это закон жанра. У нас сегодня какой-то вечер руминисценции. Вы меня совершенно поразили словами. Я знала, что Суровикин воевал в Сирии, но что это был тот человек, который в 91-м при ГКЧП раздавил вот этих трех несчастных людей. И вот он сейчас всплыл. И вот ЮКОС и Украина – это тоже такой резонанс даже со всеми теми действующими лицами. А поэтому я не могу не задать еще один вопрос, от которого мы перейдем к сегодняшнему дню. А как тогда во время поедания ЮКОСа Путина вел себя Абрамович, который был на тот момент вашим партнером, напоминаю нашим слушателям, что практически уже были объединены обе компании? Абсолютно индифферентно. То есть он один раз там, по-моему, только встрепенулся, когда ему надо было рассоединить перед банкротством, по-моему, рассоединить себе нефть и ЮКОСы, как бы он этого добивался. А так он вел себя индифферентно. Например, в тот день, когда арестовали Ходорковского, вот, он полетел в Челси, и уже его днем можно было видеть в ложе, он там пел «Калинку-малинку», хлопал своими ластами там и так далее. То есть он совершенно, он такой же, как Путин. У него нет ни эмпатии, ни совести, ничего. Он вел себя, как будто ничего не случилось. Да знал он прекрасно. Ну, слушайте, мы же не дети. Теперь вы видите роль Абрамовича, да? Раньше мне приходилось что-то объяснять людям, а сейчас не надо объяснять. Вот он, Абрамович, в переговорах представляет Путин. А до переговоров мы дойдем. А вот он мог вас спасти тогда, когда вас делили? Да, конечно. Да, он мог вести себя по-другому, чтобы не попустительствовать к этому, как минимум, а я думаю, что он и двигал к этому Путина из своих корыстных соображений. Но, конечно, если бы Абрамович был настоящим как бы товарищем и партнером, кем он тогда стал, а не, так сказать, тем, кем он является на самом деле, то, конечно, спасать не пришлось бы, все бы было нормально. Но он тоже, так сказать, двигался в направлении того, чтобы Ходорковский потерял компанию и вся команда. Да. На чем основывалось его влияние на Путина? Его влияние на Путина основывалось на том, что он был главным звеном назначения Путина. Премьером и потом президентом. А деньги? Я обратила внимание, что когда речь шла вот о дворце, которым описывал Колесников, как они строили, и что Колесникова позвали и сказали, что вот он будет получать деньги от российских олигархов, и это 30% будет идти на откаты и строится дворец, а 70% будет идти на закупку медицинского оборудования через компанию Петромед. И я обратила внимание, что, собственно, деньги на самом деле были большая часть Абрамовича, и там еще были небольшие деньги от Мордашова, который потом был вынужден лечь под Ковальчуков, потому что его в этот момент пытались съесть другие люди. И сейчас, в общем, Мордашов, бедный, под санкциями, это вообще даже не шевелится, и много чего на нем с тех пор наросло. Так вот, я обратила внимание, что главные деньги-то были от Абрамовича, там ни вы, никто, ни другой ничего не переводили. А вот насколько они тогда тесно, плотно были финансово связаны? Всегда одинаково. Всегда Абрамович и Путин были связаны финансово, я думаю, с очень давних времен. И если бы они не были связаны финансово, то Путин никогда бы не стал президентом. Это правда, что Абрамович был главным спонсором путинской кампании? Это в цифрах я не знаю, но как бы то, что он был главным, как вместе с семьей, это факт.
Компанию делала семья, естественно. Самым близким был Абрамович Путину. Но еще раз, люди... А вас просили участвовать в компании? Нас просили участвовать в компании, а потом нас просили не участвовать в компании. Сначала просили, а вы поучаствовали? Потом... Да, мы перевели 100 миллионов рублей на институт Грефа, как ее, Набиуллиной, я забыл, как он назывался, официальных денег, из которых, так сказать, они там всякие делали затраты, программы писали. Помните, тогда был открыт какой-то специальный институт где-то в районе кинотеатра «Художественный», около «Ударника», там вот, да, вот, я уже забываю Москву. Ну, в общем, недалеко от Октябрьской площади, как это, на Москварике, там было открыто, было здание построено, открыт институт какой-то такой, в котором сидел де-факто этот штаб, и они там делали в том числе всякие разработки, за которые отвечала Эльвира Набиуллина и Герман Греф. Вот туда мы переводили официальные деньги, других денег не было. Эти деньги были официально переведены на то, чтобы, так сказать, под Путина разрабатывать программы рыночного типа, реформ и так далее. Вот. Но туда все переводили деньги, кому говорили это, так сказать. Вот. А что потом нормальные случилось деньги с этими деньгами? Так, откуда я знаю? Потратили. Это небольшие деньги, слушайте, по тем временам, то даже. Я не могу не спросить вас о слухе, который я слышала. Он выглядел примерно так, что в свое время, что Абрамович практически тогда монополизировал вот эту подготовку к компании, и что, в числе прочего, вы принесли какую-то, ну, в смысле, как компании, или, я не знаю, какую-то небольшую сумму денег, типа 3 миллиона долларов или что-то, и взамен за это чего-то попросили. И вам эти 3 миллиона вернули со словами, что вы должны быть счастливы, уже одно то, что вас пустили поучаствовать в такой хорошей компании. И, соответственно, вот это была одна из причин охлаждения отношений. Немножко не так, но, по сути, эпизод такой имел место быть, да, это, я не знаю, какие у вас, откуда у вас такие хорошие источники, но действительно была просьба как бы к нам, как акционерам, выдать некоторый кэш, вот, свой кэш, не компании, мы его выдали, вот, а, так сказать, параллельно с этим просто по ходу я сам попросил подписать одну бумагу, ничего не думая, так сказать, плохого, как делается всегда, да, то есть как бы компания компании, работа работы. И нужно было подписать какую-то бумагу, естественно, в рамках, так сказать, действующего законодательства и обычных процедур. Вот, и действительно на следующий день привезли деньги обратно и как бы со словами вам просили вернуть. Все, больше ничего не было. Так вот, тогда Абрамович вас мог спасти. А вот сейчас он, будучи посредником в мирных переговорах, кого-то может спасти, на что-то может повлиять? Да, он может спасти Абрамовича. Замечательно. То есть этим он и занимается, с вашей точки зрения? Ну, без сомнения, да. Слушайте, ну, романы я уже изучил. Да, если он чем-то занимается, а тем более он преодолел себя и вышел в такой паблик, значит, он спасает себя. Нет, потому если что... на сдачу он спасает Путина, я не удивлюсь, но в первую очередь себя. Потому что мы только что говорили, кто влияет на Путина, кто с ним общается, вы сказали Ковальчуки, но вот там вот люди, назначенные Ковальчуками, Абрамовича в этом списке не было. Я так понимаю, что он сейчас на Путина может влиять или нет? Смотрите, мы же с вами говорили об идеологии, да? Какая бы идеология ни была, уродливая ковальчуковская или нормальная либерально-демократическая, да, она все-таки идеология, да, Абрамович, с идеологией у него плохо, у него, в общем-то, проблема два слова связать, не то, что там рассказать что-нибудь идеологическое или философское, вот, поэтому я не думаю, что он хоть как-то влияет на идеологию, я думаю, что он находится в позиции, так сказать, друга кошелька и держит там акции каких-то компаний, ну, как бы не будем говорить каких, хотя понятно, что это общеизвестно, больших компаний в интересах себя и другого бенефициара, но на политику он явно не влияет.
Как вы оцениваете его историю с отравлением? Что это? Ну, это пиар-ход, достаточно дешевый пиар-ход привлечения внимания и попытки, их было несколько таких ходов, попытки как бы развести себя с Путиным. Вот. А развести себя с Путиным надо очень быстро и просто. Надо публично сказать, я считаю Путина военным преступником. Как Абрамович это скажет, уже элемент доверия к нему появится. А до этого, чтобы он ни говорил, чтобы он ни мычал, это провокации, пиар, направленные на то, чтобы люди подумали, что он делает нечто, вот, что Путину не нравится, и он вообще независимый посредник такой. Это как бы детский сад, я бы сказал. То есть вы считаете, или что его никто не... Объявление, да, это мне очень понравилось, объявление. Вот сейчас как продам Челси, как 4 миллиарда переведу на Украину, вот. А потом оказывается, что Челси это арестовывают, да, и продать нельзя, да. Ну, естественно, Абрамович знал заранее, что это будет, и никаких денег он не даст на Украину, да, потому что такие вещи не происходят внезапно в один день. Они готовятся. То есть вы хотите сказать, что история с арестом Челси была тоже подстроена и... Не-не-не, я хочу сказать, что он просто знал о том, что Челси будет арестован, другие активы в Англии, поэтому совершенно легко, так сказать, сказал, что он продаст Челси и там выручку от продажи переведет на Украину. Вот. То есть... Вы же понимаете, что он никогда не переведет на Украину 4 миллиарда долларов своих денег. То есть вы считаете, что история с отравлением выдумана самим Абрамовичем? Ну, или его пиаровцами, какая разница. Ну, слушайте, я все-таки профессионал, да, я вижу, как делается черный пиар. Просто он очень дешевый, там же были еще всякие штуки такого же уровня, я даже сейчас не вспомню, демонстрирующие как бы то, что Абрамович выбирает как бы, ну, если не другую сторону, то ближе к другой стороне. Но это же не так, он с Путиным как одно целое выступает на данном этапе. Ну вот Христо Грозев не считает, что это пиар, и говорит, что если бы это был пиар, то Абрамовичу, по крайней мере, требовалось бы убедить отравиться еще двух человек, которые были вместе с ним. Я в данном случае, я все-таки, согласитесь, не совершенно не доверяю Роману Аркадьевичу, я первое доверяю Грозеву, а второе, как бы это сказать, ну уж больно нелепая история. Я никому не доверяю, да, кроме своей в этом смысле информации, опыта, интуиции. Вот, слова Христа в данном случае как бы не опровергают и не доказывают обратное. Я подхожу к этому не расследовательски, а пиаровски. Для расследования нет достаточного количества фактов. Вот, и еще раз говорю, это пиаровская акция. Вот, как и некоторые потом еще были. Да, для того, чтобы разъединить Путина и Абрамовича и сделать Абрамовича как бы нейтральным посредником, может быть, даже где-то склоняющимся к Украине, к украинской стороне. Но цель-то у Абрамовича понятная, да, избежать акции, выжить и жить нормальной дальше жизнью. Ну, нормальной с точки зрения Абрамовича, ее нормальной не назовешь. Но с точки зрения Абрамовича такая жизнь только и может быть, которую он ведет. Так ему же надо ее спасать. Там же много денег и его, и путинских. Мы подходим к самому концу, и у меня еще буквально несколько вопросов. Спасибо вам за ваше терпение и нашим слушателям, которые вот не отлипают. 42 тысячи нас смотрят, как я уже сказала, несмотря на то, что видео сейчас стало хуже раздаваться из-за активности троллей и снятой монетизации. Поэтому не забывайте, пожалуйста, кстати, подписываться на Латынина ТВ, шерить это видео и ставить лайки, и противодействовать этим троллям. И три последних вопроса. А как вы думаете, Путин боится сейчас табакерки? Путин всегда боится смерти. Он потому и он ипохондрик. Он хочет вечной жизни, он боится смерти. И я думаю, что он понимает, что вечной жизни не будет. И вот. Я не знаю, боится ли он табакерки, боится ли он измены. Должен бояться, я бы так сказал, потому что это как бы реальная вещь. Но он хорошо охраняется, дистанцирован. У него есть несколько цепных псов, которые за него сделают все, что угодно, ибо им хана полная, если с ним что случится. Да, я понимаю, что я имею в виду Пригожина, Золотова и Кадырова.
Вот, поэтому я думаю, что Путин вот так вот табакерки как таковой не боится, но физической смерти он боится, без сомнения. Это видно даже потому, как он охраняется. Это правда, что он сменил 1000 человек охраны полностью? Ну, в данном случае мы можем только доверять нескольким источникам, часть из них публичная, часть нет. Похоже, что да. Что была подготовка по одновременной смене всего того персонала, который как бы мог попадать в соприкосновение с Путиным. А в каком бункере он сидит? Где этот бункер находится? Не рассказывают ваши конфиденты? Вы знаете, совершенно противоречивая информация. Я точно знаю, что западным товарищам Путина, ну, то есть спецслужбистам, известно всегда его местонахождение. Вот. А называются разными источниками Урал, Алтай, естественно, Сочи, Огарёво и что-то еще, не помню. Еще какая-то резиденция. Ну, вот. Но очень часто стал звучать Алтай, там его специальная какая-то резиденция, которая чуть ли там не в горе или не под землей, с большой степенью защиты. Но у меня нет достоверной информации, и даже я бы сказал так, я не назвал бы эти источники надежными особенно. Вот. Резиденции у него хватает. Очень много. Но да, и Валдай существует, и Валаам существует, и так далее. Те утечки, которые были до войны и благодаря которым осведомлена американская разведка, казалось, до мельчайших подробностей о том, как будет нанесен удар по Украине. А вот эти утечки, они, с вашей точки зрения, американская разведка, она ловила электронные какие-то коммуникации или к ней приходили люди Путина, точно так же, как они сейчас приходят к вам, которые ужасались тему, что будет? Ну, без сомнения, у американской разведки, которая такая обобщенное понятие, да, у американцев много разведок. Американские разведки разных видов имеют сейчас очень хорошую информацию и, так сказать, электронную, и от источников, это видно и слышно. Вот, опять же, достаточно профессиональным ухом и глазом. Но это некий прорыв, потому что они же на самом деле, когда не было прямой угрозы, они всерьез не занимались Россией. Она и сейчас у них считается временной угрозой, основной, так сказать, враг Китай. Да, Россия все-таки маленькая страна для них, ну, с точки зрения не площади, а экономики и народонаселения. Но у нее есть ядерный запас, у нее есть ядерный потенциал. Поэтому на данный период она стала опасной. Я думаю, ну, хочу сказать, что практически знаю, что заниматься разведкой такого уровня они стали только после того, когда Путин, так сказать, это самое, приказывал совершать сайбератаки, хакерские атаки и, так сказать, потрошить сайты Демпартии во время выборов там, да, и прочее. И вообще, так сказать, атаки, сайбератаки, которые он делал, они испортили ему жизнь очень сильно. Его действительно поставили под полный контроль. Правильно ли я поняла, что если бы он не потрошил сайты Демпартии и все такое прочее, то он бы безнаказанно мог расправиться с Украиной, потому что этого просто бы никто не заметил, что это начинается? Нет, неправильно до конца, потому что, Юль, было бы правильно сказать, что он бы быстро расправился с Украиной, если бы он адекватно понимал состояние военной ВСУ Украины, состояние своей как бы армии, у которой он главнокомандующий. Тогда, может быть, он бы мог бы как бы расправиться, если бы он создал соответствующее преимущество и так далее. Но поскольку он, видимо, не понимал, что происходит, то никакая информация не позволила бы ему, то есть отсутствие информации не позволило бы ему все равно победить. Тем более, обратите внимание, да, американцы пару месяцев, прямо вплоть до дней говорили, вот когда начнется, а ведь Украина сама не доверяла. Они, в общем, как бы всячески говорили, ну не надо так говорить, у нас же инвесторы уходят. Да, вот, а видимо, сейчас инвесторы ушли уже, вот, и как бы из Украины, надеюсь, что временно. Вот,
А разведка, конечно, разведка осталась. И то, что нет никакого секрета, это известно даже публично, что английская и американская разведка работают по Путину, по армии, вот, по спецслужбам, и всю информацию предоставляют украинской стороне в онлайне. А к вам приходили с предупреждениями о том, что будет война, люди из окружения Путина? Пытались бежать в вашу сторону? Вы знаете, до войны никто даже из вот не было или не было, или и никто из источников, так можно сказать, не говорил на тему, насколько он неадекватен. Вот это вот два эти года в бункере, да, они на самом деле оторвали людей от него, да, и как бы люди не до конца понимали, что с ним происходит. Это казалось нам всем очень странным, да, но то, что он так съехал, я думаю, они сами не предполагали. Вот. Это сейчас он никого не слушает, не принимает. Вот. Вы помните этот прекрасный эпизод, когда украинцы рассказывают о роли Абрамовича, потом обращаются все к Пескову. Песков рассказывает о роли Абрамовича, потом на следующий день выходит запрет рассказывать о роли Абрамовича. Вот. Исходит из Громова и так далее. Ну. Он нанесет ядерный удар? В смысле... Тактический Путин. Или стратегический? Тактический или стратегический? Тактический или стратегический. Вы знаете, мне трудно сказать, готов ли он, так сказать, нагадить по-маленькому. Вот. Я говорю о тактическом ядерном ударе небольшой мощности, вот. В том числе напоследок. Все может быть, потому что ему уже все равно, да, он уже, в общем, приговорен. А на большой ядерный удар он, конечно, не пойдет, потому что, да я бы на тактически на него не пошел, потому что он будет уничтожен моментально. Это только если вот, помните эти слова, да, в стиле «все умрут, а я останусь», да, они умрут, а мы в рай. Вот. Ну вот, если у него такие мысли, ну, значит, он совершенно, так сказать, съехал уже. А может, у него депрессия, грустно. Но нет, он труслив и не нанесет никакого ядерного удара. И американцы, конечно, это прекрасно понимают и тянут время, выматывая соки из него, к сожалению, ослабляя его. Вот. Естественно, приняв решение, что, так сказать, с ним больше невозможно оставаться, так сказать, на одной, как бы это сказать, планете, можно сказать, вот, но и обескровливают его, и будут дальше обескровливать, вот, тут он уже попал. Но Украине это просто все очень дорого стоит. Вот то, что мы сейчас обсуждали в начале, эти жизни, эти трагедии и так далее, это Украина взяла на себя удар за все ошибки, которые допустила демократия в мире за последние там более 20 лет. Да. А вот, собственно, вот. Эти Украина ошибки сражается за всех, за нас, да. А вот Украина сражается за всех, за нас. И вы сказали, что Путин, конечно, Запад воспринимал как маленькую угрозу. Но вот если можно чуть поподробнее, тем более, что вы тут тоже инсайдер, что Америка собирается делать с этой угрозой? Она собирается просто изолировать Россию, чтобы Путин варился в собственном соку и никому не угрожал? Или она собирается раздавить Путина? Мне кажется... Еще раз, мне очень как-то, знаете, это говорить неприятно, потому что я говорю сейчас о рациональных действиях в нерациональном мире, в котором погибают дети, женщины, старики, разрушаются города, да, там, сказать, фактически действительно ранее братских для русских людей, в общем-то, мало отличающихся, полностью пересекающихся семьями, друзьями и так далее. Мне об этом прям достаточно тяжело говорить, но, конечно, Запад принял решение с Путиным закончить, и поэтому играет вот эту игру достаточно продуманно, да, и, к сожалению, не закрывает небо, что давно бы остановило, не дает Украине соответствующего оружия, чтобы она перешла в наступление, чтобы так Путин почему не закрывает небо? Потому так что, почему не закрывает небо? Понимаете, существует такая дурацкая идея, что если закрыть небо, то Путин там типа пошлет самолеты, они вынуждены будут их сбить, и начнется мировая война. Да? И вот у меня всегда возникает вопрос. Она еще не началась?
Да, то, что вы даете украинцам летальное оружие, чем которым они убивают и сбивают самолеты, и танки, и так далее, это не начало войны тоже, да, это не та же война. Почему надо считать самим, что вот до этого уровня Путин не применит бомбу, да, а с этого уровня он применит ядерный заряд? Я вот этого не понимаю. Понятно, что все находятся в войне, и понятно, что Украина страдает непомерно тяжело, взяла на себя огромную ношу, в том числе и потому, что сейчас Западу, в общем, выгодно тянуть время и обескровливать Путина, в том числе санкциями и так далее. Вот. Естественно, если бы было дано нормальное вооружение, нормальные там патриоты и другие вещи, ПВО, самолеты и более тяжелое оружие, то, естественно, Украина давно бы перешла в наступление. Но, опять же, переход Украины в наступление означает, с точки зрения Запада, начало мировой войны. То есть Запад не хочет, чтобы Украина перешла в наступление, чтобы задница Запада не подгорела. Да, да, так они ощущают ситуацию. Они не хотят сами стать причиной Третьей мировой, возможно, ядерной войны. Да? Это мое мнение, потому что в противном случае вся эта история могла бы быть закончена достаточно быстро и намного раньше. И я считаю, что, конечно, поведение западных лидеров по отношению к Украине в достаточной степени, как бы это сказать, не морально, не продиктовано не моральными соображениями, которые должны быть здесь первичны, а рациональными. Тогда чем Путин кончит? Чем все это кончится? Если Украина не перейдет в наступление? Ну, Путин кончится неизбежно. Какой из методов? Я не буду там гадать, будет ли это бунт, будет когда-нибудь, будет ли это табакерка, или будет это там его физическое устранение, или он умрет от болезни. Но, так сказать, он себя сейчас поставил в такую позицию, в такое положение, что его срок конечен. Вот. А когда и как, ну, не знаю. Это может произойти достаточно быстро, а может произойти там через год, а может быть через два, ну, может максимум через три. Вот. Но я не хочу гадать, просто сказать, я хочу пожелать, чтобы он покинул нас как можно быстрее в любой форме, и чтобы его больше не было. Вот. А с другой стороны, многие говорят, нет, его надо судить. Неважно, судить надо их всех для того, чтобы неповадно было. Судить надо коммунизм, сталинизм, путинизм, ленинизм. Вот. И Путин дал нам такую возможность все-таки закончить этот 20-21 век тоталитаризма, диктатуры и так далее окончательным на нашей территории, окончательным приговором этому всему. Я жду Нюрнберга, я хочу дожить до него. Леонид Борисович, спасибо огромное. Тоже, я думаю, что многие сейчас ждут Нюрнберга, особенно после того, что случилось в Буче. Да. С нами был Леонид Борисович Невзлин, бывший уже акционер ЮКОСа, который, мне кажется, рассказал нам массу потрясающих вещей и описал печальную картину крыс, бегущих с тонущего корабля, и печальную медицинскую и клиническую картину.